Сегодня мы разберем месяц декабрь. В декабре с 3 по 24 число неблагоприятный период для дорожного транспорта. Надо быть внимательным и пешеходам, и водителям. Это период повышенных дорожно-транспортных происшествий. Неблагоприятные дни – это числа 10, 18, 20, особенно 29 декабря. В этот период идет ложная информация и эмоционально тяжелые сами по себе эти дни. Поэтому надо быть внимательным к информации. На декабре я бы рекомендовала относиться очень осторожно к информации, которая к вам поступает. Всякого рода предложения, какие-то деловые вещи, которые вам стараются предложить.